Здравствуйте, уважаемый любитель футбола. На чемпионате Европы определились первые полуфиналисты. Испания провела встречу со Швейцарией в 9-й раз в истории. Последнюю игру в ноябре 2020 года никто не выиграл 1-1. А сегодня ребята Энрике заслужили выход в 1/2 финала, выиграв серии пенальти. Отметим, что они второй раз играют по 120 минут подряд. Джордан Шакири из Ливерпуля забил 3-й гол на турнире. Друзья, в этой игре был 10-й автогол. Рекорд, который не скоро побьют. Более того, за все предыдущие чемпионаты Европы по футболу вместе взятые, игроки забили в свои ворота всего лишь 9 раз. Зрители увидели 5-й экстра тайм, 2-ю серию пенальти и 6-ю красную карточку. Испания в игре, ее беспроигрышная серия. Составляет 13 матчей подряд, 6 ничьих и 7 побед. Отмечу, что эта сборная забила 12 голов, это больше всего. По владению мячом Фурия Роха тоже самое лучшее. Италия вышла в четвертьфинал, где сыграла в этот день с Бельгией в Мюнхене. В 2016 году Италия выиграла на чемпионате Европы со счетом 2-0. Сквадра Азура, по моему скромному мнению, разгромила Бельгию, которая пешком выиграла свою группу. Очень странно, 2-1 забивали игроки из чемпионата Италии, Барелла и Лукаку из Интера, и красавец гол на счету Инсинье из Наполи. Причем Лукаку и Инсинье забили на двоих в этом сезоне ровно 60 мячей. У Бельгии прервалась серия из 13 матчей без поражений, а у Италии увеличилась до 32 игр, в которых никто не может победить ребята Роберто Манчини. 3 июля Дания в 19:00 сыграет с Чехией в Баку, в 22:00 Англия-Украина, матч пройдет в Риме. Владеющая мячом Испания в полуфинале сыграет с беспроигрышной Италией, матч запланирован на 6 июля. Стадион Уэмбли, Лондон, Швейцария и лучшая сборная мира рейтинга FIFA Бельгия прощаются с Евро. Кроме них, с Евро прощаются город Санкт-Петербург и Мюнхен. Роналду лучший бомбардир турнира, 5 голов. Шик из Чехии, Бензема из Франции, Форсберг и Швеция забили по 4 мяча, только Шик может увеличить свой показатель. Цубер и Швейцария имеют 4 передачи. Друзья, отбор в Азии на чемпионат мира вышел на финишную прямую. Мы опубликовали результаты жеребьевки 3-го раунда, с кем сыграет Австралия, Иран, Япония, Катар. До встречи там!